Объявлен открытый конкурс на проведение капитального ремонта детского сада по адресу Можайское шоссе, дом 96 в городе Одинцово. Здание было построено в 1980 году. В 90-е годы его выкупили частные инвесторы. Сегодня оно вновь перешло в муниципальную собственность. Подготовительные работы уже ведутся. Полностью завершить ремонт планируется в декабре 2021 года.